яровая пшеница. И люцерна на одном поле. Ну, люцерна здесь, получается, на семена, и она была посеяна совместно с яровой пшеницей, можно сказать, что под покров. И вот такой вот результат получился. Это производственный посев. Здесь 100 гектар. Яровая пшеница здесь выглядит на 50 центнеров в поле. Она еще зеленая, она еще продолжает вегетировать. Люцерна, конечно, придавлена пшеницей, но в то же время она даже успела начать цвести. Ну, думаю, когда посев будет освобожден от яровой пшеницы, она, конечно же, начнет отрастать. Люцерны здесь где-то, наверное, килограмма два. Так что вот такой вот интересный производственный эксперимент сделали агрономы. Я случайно наткнулся на это поле, уже потом спрашивал, и мне сказали, да, действительно, такой посев существует. Он есть. В целом хороший вид, достойный.